Вернемся на звездную вечеринку Егора Крида. Главный холостяк России отметил 24-й день рождения. Среди множества гостей оказались Терри, Дэнни Мьюз и Назима. Только именно на нашу землячку после веселья обрушились нелестные комментарии. Фанатам Крида удалось первыми поздравить артиста. Торты, свечи, шары, конфетти и подарки лично были вручены Егору при встрече. Да и сам артист просто так поклонников не отпустил. Спасибо каждому моему поклоннику в каждом городе за теплые слова, за поддержку. Ну а чуть позже уже на официальную бёздэй пати пожаловала вся семья Black Star во главе с боссом. Модный ресторан едва уместил и остальных звездных гостей, с кем Крид водит долгую дружбу. Я желаю тебе в твой день рождения, раз уж у тебя есть все, еще имейте постпродажу. Новички лейбла поздравляли виновника торжества песнями. Терри с Егором, уже однажды спевшись, с удовольствием повторили свой перформанс перед гостями. Крид не ушел со сцены, и когда настала очередь Назимы, хиты казахстанки, именинник решил исполнить с ней в унисон. Ну а неожиданные объятия добавили некую перчинку в их перформанс, хотя в соцсетях потом заговорили о новом романе в Black Star или еще хуже, о нетрезвом виде Назимы. К счастью, обе версии так и не прижились среди фолловеров, а что касается первой, то в данный момент фанатов Крида куда больше волнует его отношения с Дашей Клюкиной.